Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Муротопия. В прошлой серии мы с вами перебили всех солдат. Мы это сделали. Но в общем, нам написали, что как-то вроде... Что обычно так не делают, обычно отдают панацею этому главному вот этому командиру, да, бунтовщиков. Вот, и значит что, мы сейчас пойдем до кабака Андрея Стаматина и проверим, может быть он уже там. Ой. Может он уже на месте. Андрюша. Вот, потому что я уже вот даже не могу себе представить, что тут еще можно делать. Смотри, сколько много здесь стоит. Ага, чего там? Охрана. Охраняйте. Смотри, какой-то обрыв или что-то такое. Пойдись-ка, мы здесь были. Ориентируюсь по карте, сейчас будем потихоньку вот продвигаться. Мы еще, кстати, здесь не были ни разу. Мы же на поэтому... какие-то болота ходили, кого-то там да, убивали. Да, ходили, но это было в другом месте где-то. А вот это уже другое место, вот. Мы прям по болотам пойдем так. О, яйца висят, там, надо, походу, кто-то живет. Какой там? Может... А что, кстати, в этих мешках? Трупы. Трупы, думаешь? Хмыри, да, там лежат. Трупы туда складывают, обалдеть. И вешают. Ты живой пупок. Сушить. Да, сушка рыбы. А что, потом поджают немножечко. Завяленное да. Мяско. Ладно, это уже черный юмор. Да. Так, вот, кстати, мы уже оказались где? На третьем, наверное, острове, да? На третьем, на третьей части. Острове. Так, и немножко мы заражены. Ну ничего страшного. Можно куда угодно забраться. И еще заражены. Да. Вот сейчас это сожгет. Давай-ка сохраним муж. И. Прикидываешь? Вылечил, что ли? Походу, да. Хмырь вылечил, нас поджарил шашлычок, мы вяленые. А, нет, смотри-ка, он чуть-чуть только ее уничтожил. Но а, тем лучше для нас, потому что иначе мы бы уже не выжили. Значит, у нас чуть-чуть иммунитета посадилось, но он у нас сейчас восстановится. Когда мы дойдем, у кого он уже должен... Андрюшенька? Он должен немножко повыситься, будет иммунитет. Ой-ой-ой, дымок тут бегает за нами. Дымок, это уже коричневый. Обалдеть, он все равно меня догнал, представляешь? Шкура, ты задолбал уже. Он меня все равно догнал. Летящий мешок коричневый. Так, а там вот бандитка, бандитка ходит. Бандитос, ты не... Почему ты не болеешь? Так, а как вы хотели? Последний день уже почти, да? Самое... Все нормально. Так, значит. Здоровье и иммунитет. Здоровье и мужик. Желают. Желают здоровья и иммунитет, да? Да. Здоровье и иммунитет желают. Здоровье и иммунитет. Ну где Андрюшу? Спасем Андрюшу и... Так, а там еще один бандюган идет. Ну значит труба. Так, мы нас немножечко поджарил. Так, хорошо, здоровья здесь еще меньше. Зато у нас есть какие-то эти... Мистер Бинт. Медикаменты, что-то полечить можно. Все, оп, и все. Все. Теперь он у меня по-другому. Так, осталось нам дождаться 12-го дня и, наверное, прожить этот день, да, посмотреть, ну, чё, и всё? Что там будет. Да, и мы закончим Муротопию. Давайте, пойдем поспим. Давай поспим до 12, как здесь Петрович. Где там у нас? Куда можно? К Юлии, давайте сходим к Юлии. Давай, к Юлии.
и поспим у Юлии. О, собаки лают. Да, вот обалдеть. Помните, мы в какой-то серии видели собаку, но она на нас не нападала. А тут собаки нападают. Ну, блин, чё они нападают? Доберманы, доберманские. Так, не понимаю. Эй, ты куда бежишь? Давай, 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 за угла, паскуда. Так, а почему она болеет, что ли, или что с ней случилось? Чё ты здесь стоишь, курица? Так, ему уже нельзя никак помочь. Хорошо, постараюсь что-нибудь придумать. Так, хорошо. Чё он там бегает? Уходи. Заходи в дверь, чё-то. Чувачок, а чё ты там бегаешь? А он не может сюда пройти. Ну и пошёл вон. Это гениальная идея. В голову. Только в голову. Подожди. Сейчас. В голову. Мы у тебя 300 рублей заберем. Ты знаешь об этом, хмырь? Гениально, да? Ребята, если на вас будут гнаться бандиты, теперь я вам открыла секрет. Можно вот сюда забирать забраться. Забирать таньгу у него. Забраться, да. Их что, пустой, что ли? Они же будут за вами всю дорогу бежать. Нормально, 695 монет. Да, нормально. Значит, мы все-таки проживем до утра. До утра! Так, а если что, мы знаем, куда бежать. К Юлии надо бежать сюда. Ну, пойдем поспим до 12. Может, сегодня уже будет труба полтора годовалому мору. Одну первой части. Да можно где угодно поспать, наверное. Крыса? Крысу, молодцы. Полите крысу. Так, точно, Лара. Вот здесь где-то живет Лара. Где вот она здесь, да? Вот, она только что умерла, крыса это была. Ой! Ля, ля-ля-ля-ля-ля. Да что вы дымки-то пускаете, Мэри? Все, идем спать и все. И ля-ля тю-тю. Так, стоишь. Дай поспать нам. Здесь кастрюля пустая. Какая-то столовая у нее. Вот здесь кровати. Смотри-ка, ты можно здесь? Да, смотри, действительно можно. Ну и все. Спим и заканчиваем. Нет, ну я не знаю, может еще какое-то задание будет. Этого я не знаю. Так, сколько спать будем? 5 часов? Не знаю. 4 давай поспим. Спим. Или давай 5 часов поспим. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Я же говорил, что он что-то хочет. Я буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Орёшь здесь. Я здесь что, ораторская, что ли? Иди отсюда. Буксуй. Ну, как всегда, 5 часов спим. Так, подожди, а здоровья-то вообще нет, прикидываешь? Ну все, значит, подохли. Значит, подохли, да. А ты не сохранялась? Нет, я только что здесь сохранилась. Да? Наступила ночь. Дела этого дня, требующие непременного завершения, ой, да ладно были тебе. Выполнены ценой жизни нескольких приближенных. Маски разыгрывают в театре пантомиму о том, что было сделано в этот день. Все, смотри, какая усталость опять у нас большая. Почему так много? Давай еще тогда поспим. Ты такой задолбал, усталый бакалавр. Отучился и все. Все, вот теперь усталости нет, зато инфекция появилась. Да откуда ты выкакалась? Так, все, день, да? День? Утро? Чинги, а, нет, смотри, ночь. Чинги. Ну что? Так, что происходит вообще? Что у нас происходит на улицах? Что где происходит? Да все, труба, конечно. И вообще, что у нас есть? Жракать. 1000 монет и всего лишь. Колечки, надевай колечки. О, пойдем в эту, сдадим их. Одевай, в ломбард. Одевай колечки, иголки, ухи, шеи, рот зашивай. Все, пользуйся. Все надо использовать под конец. Мы Андрея спасли, вы видели, мы всех перебили. Но почему игра не засчиталась, это я не знаю, что там за... Они там намутили, где он вообще должен был быть. Его нигде не было там. Андрюши не было.
Поэтому это, я считаю, нечестно. Забирай иголку, ухо пришьёшь к лысине. Д-таблетки. А, кстати, да, у нас же игра какая-то глюковная, на самом деле. Вы же видели, Марии тоже не было там, где она должна была быть. Серебряное кольцо забирай. И еще одно забирай. А что, нам деньги нужны? Еще это забирай. Забирай иголку, вот точно, и будешь рот зашивать. Это что, кольцо Клары не будем пока отдавать? Крючок, давай два крючка отдадим. Шесть штук забираем. Это, в принципе, наверное, тоже не нужно. Но за него мало дают денег, поэтому я его не отдам. Нож, смотри, какая цена у него. А у нас один, у нас один. Нам он не нужен, поверь, нам это все не нужно. Давай бинт, мистер Водичкин. И все, что ли? Сколько? Один жгут 1200? Не-не-не, да, это спасибо. Не жгут, это кишка. Он стырил кишку у быка и продает теперь. Смотри, какие у него цены здесь. Или сумасшедшие. Нет, тогда не будем у него ничего брать здесь. Шел вон жидос. Очень-то дорого у него здесь все. Он похож на Валентина Гафта, актера. Кто знает, тот знает. Точно, вот на кого похож. Ну что, сходим посмотрим там, где Ева была, где дом ее был. Там у нас вроде была какая-то панацея, я вроде там оставляла, прятала. А когда день-то закончится? Смотри, сейчас только вот утро дня 12-го. А нам, наверное, надо конец дня 12-го ждать. Может проспать все это время. Самое легкое, да, это взять и проспать. Ну, конечно. Ну, тогда вот... Так, а вот, кстати, еще один магазин, надо зайти. Вот. Эти продуктов. Вот, и еще нашли мы, что продать еще можно. Собака, собака. Ты ходишь туда-сюда, круги нарезаешь. Да, что-то у нас кот ходит, все ух ты, ходит. Кусок мяса. Давай его как раз купим. На часы забирай часы. Давай часы. Тебе нужны часы, будешь время смотреть. Забирай часы. О, молодец. Так, все, теперь у нас есть что поесть. Зато часы будут все голодные, надеюсь. Но часы время завтракать, обедать, ужинать. А жратвы нет, вот будешь знать, когда ужинать, завтракать, обедать. 12-й день, так что скоро пройдет эпопея годовалой, да, скоро мы шизофрении. Конец. Нам расскажут, в чем же там был секрет, я не знаю, в чем была тайна тут, что вообще такое случилось. Вообще никого нет. Нам должны что-то рассказать. Вообще никого еще не встречали, смотри, все рассосались куда-то. Да. А вон стоит пупок, стоит. Ну, кстати, да, что-то тихо стало. Как будто бы и инфекции нет уже никакой, да? То есть как-то все угомонилось. Так. Шкурятина. Мария, ты жива вообще? Заглянуть к тебе, что ли, хоть? Смотри, уже можно зайти. Да, а чем нельзя? Было нельзя, помнишь, там делегация стояла? Мария! О, жива, нормально все с тобой. Чё? Если бы не ты, я не дожила бы до сегодняшнего дня. Теперь, если мой замысел осуществится, я сумею возродить этот город. Я благодарна тебе, любимый. Я этого никогда не забуду. В чем смысл твоего плана? Многогранник станет для нового города тем же, чем были для старого города бойни. Узел, питательный орган, источник жизненной силы, начало его истории. Как такое возможно? Он призма. Солнечные лучи будут преломляться через нее, концентрироваться и оплодотворять разные точки Земли на том берегу своим благодатным теплом. Он будет связан с солнечным циклом. Эти точки будут меняться и двигаться, следуя срокам разных календарей. Я вижу, ты все рассчитала и продумала. О нет, я ведь не геометр, и счет не моя стихия. Все это я увидела как в зеркале. Я успела полюбить свой замысел. Все эти годы, пока новый город будет строиться, я буду отогревать его своей неистовой страстью. В конце концов, я сумею пробудить его к жизни. Каким он будет, твой новый город? Мы построим его с таким замыслом, чтобы разные точки с его пространства побуждали в людях, там пребывающих, недоступные, нераскрытые мысли и чувства. Мы так проложим маршруты, что люди, идущие по этим дорогам, в конце пути обнаружат, что закончили путь иными, чем были, когда отправлялись в дорогу. Надеюсь, сами они будут знать об этом. Никто не станет ими манипулировать. Все, что можно открыть, будет открыто. Свободен каждый, кто отправляется в путь. Неужели тебе такое получится? Я не одна, и потом я сейчас не даю тебе почувствовать мою силу.
ты ведь уедешь сегодня, так запомни меня такой, какая я была. Не алой хозяйкой, в чьей власти взять твою жизнь, зажечь тебя и повлечь за собой всего без остатка. А вот такой девушкой, чья судьба висела на тоненьком волоске. Не забывай, что твоя судьба еще не решена, она до сих пор подвешена на волоске. Да. Все, поболтали. Все, поболтали, и здесь мы тормозимся. Да, сегодня у нас такая вот серия. Ля-ля-тополя и ля-ля-тю-тю. До Евы не дойдем? До какой Евы? А вот рядом она здесь. А что с Евой? Дойди до Евы. Давай дойдем. Давайте прогуляемся до Евы и посмотрим, есть ли у нас там панацеи. Посмотрим. Полетит панацеи. Ли сейчас тапок в панацею. Так, смотри, и здесь птица стоит. Далеко и это Ева? И там птица стоит. Птицы кругом стоят. Что Ева надо нам? Панацею посмотреть, жива ли там, мы прятали. Чтоб никто не нашел. Значит, сегодня последний день. То есть не сегодня, а когда там еще последний день, нам может на месяц растянуться. О! Водичка полилась. Из Водичкина. А где Водичкин-то? А, он здесь живет. Вот из него сейчас так, Водичка. Так, а ты все здесь у нас торчишь. Иди отсюда. И ты все у нас торчишь. Так, нет, уж позвольте, это я чувствую, что схожу с ума. Все, нет никого. Так, проверка, проверка, проверка. О, вот они, родимые вещи. Все, видите, было. У нас здесь и панацеи есть. Вот 4 штуки панацеи, вот мы теперь всех спасем. И здесь у нас что еще есть? Плащи какие-то. Мы теперь это все можем собрать, потому что последний день. Все. Это я муху затаил. Подписывайтесь на канал, вводите в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи, пока, спасибо, что подсказывали. Скоро день закончится, мы закончим, может, полгода, два, полтора года походили. Пока. Пока.